Между ними тает лед. Сотрудники МЧС снова предупреждают бесстрашных рыболовов об опасности. Зима в этом году запоздала. Лед едва начал покрывать водоемы региона. Кое-где из-за особенностей течения толщина минимальная. К тому же коварна структура льда. Из-за перепадов температур он не плотный, а рыхлый. Запросто можно провалиться. Где идет сброс сточных вод, у травы, опять же, может быть, лед недостаточно толстый. И опять же, где впадают ручьи и мелкие речушки, там тоже лед подмывается и может не обладать достаточной толщиной, чтобы выдержать вес человека.